Саш, мнение об игре? Мы проиграли. Обидно. Игра давалась. Большинство было, не забили. Поэтому сами виноваты. Почему не удалось забить? Множество моментов, тоже большинство. Ну, недостаточно, значит, лезли на пятак, то есть хладнокровия не хватило. Поэтому надо больше работать на тренировках, забивать. Серия сложная, дальше СКА. Каким будет матч, какие твои мысли? Ну, каким будет матч, посмотрим. То есть надо сыграть свою игру, то есть реализовать моменты построже, без удалений.